Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы будете просто в шоке, потому что перчатки прямо сегодня выходят на рынок. Пожалуйста, поставьте за это лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Прямо сегодня я все детально расскажу, поэтому присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Ребята, я сразу приношу извинения за мой голос, потому что я болею, но все-таки это очень важный повод, и я решил снять для вас видеоролик. Рассказываю, в чем уже сама соль. Если вы, ребята, нажмете на рынок, вы увидите вот это! Закрыто на учет, попробуйте позже. Что же это означает? Это означает то, что Ravel коллекцию прямо сегодня, прямо сейчас добавляет на рынок перчатки и другие крутые скины. И вы понимаете, что это просто перевернет всю экономику рынка сверх на голову. И я, ребята, очень рад, что разработчики молодцы, и они добавили Ravel коллекцию на рынок. Потому что я уже начинал задумываться, то, что Ravel коллекция не выйдет на рынке. Но нет, ребята, мы дождались и будем ждать прямо сегодня выход Ravel коллекции на рынок. Но, ребята, это далеко не все, потому что мне мой подписчик подарил аккаунт, и на этом аккаунте есть перчатки. Ну что же, давайте прямо сейчас посмотрим на этот аккаунт. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас вы будете в шоке точно так же, как и я, потому что этот аккаунт стал моим. Я могу делать с ним все, что я захочу. Возможно, даже его разыграю вам, поэтому обязательно ставь лайк и подписывайся на канал Кента ПК. Ну что же, давайте начнем с звания. Это элита. По всей видимости, мой подписчик играл с рангом элита, как по мне, очень даже неплохо. Но, ребят, для нас самое главное — это Gold Pass. И я хочу нажать на инвентарь, но нет, рано. Прямо сейчас мы нажмем просто на профиль, посмотрим, процент побед 60%, ничего себе, братанчик, обалдеть, ты хорошо играешь. Он также состоит в каком-то клане Optimus eSport. Блин, ребят, ничего себе, я просто в шоке. Так, ну что ж, давайте смотреть. КД в общей статистике 2.39, то есть это реально какой-то киберспортсмен. Если бы я играл с ним один на один, то, скорее всего, он бы мне навалял люлей. Так, ну что же, дамы и господа, давайте посмотрим историю матчей. Интересно. Ох, ну я смотрю, что он частенько проигрывал. Сейчас, наверное, читеры попадались или еще что-то. Так, ну что же, дамы и господа, а теперь будет самое интересное. Это инвентарь. Я же знаю, что вы все сюда пришли и вы все здесь собрались, чтобы посмотреть на его инвентарь. Мне самому интересно. Вдруг он меня обманул или еще что-то. Так, ну что же, нажимая кнопочку инвентарь, и там... И... О, май! Блин, ребят, это реально самые крутые перчатки. Обалдеть, просто я в шоке. Посмотрите, у него самые крутые перчатки, и теперь эти перчатки мои. Я не верю своим глазам, посмотрите. Вау, это реально перчатки, которых я мечтал. Мне вот эти вот перчатки, наверное, нравятся больше всего. Блин, ребят, просто представьте, и скоро, когда нажму на перчатки, появится кнопка «Найти их на рынке». Я в шоке. Дальше керамбит Клау. Блин, братик, спасибо тебе большое за керамбит, говорится, от души, душевно в душу. Фартух масс оливье. Блин, ребят, тот керамбит мне не надо, он у меня есть, поэтому пишите ваше ID, разыграю среди вас. Так, а теперь АВМ Дрэгон. Ничего себе, какой блатной, сколько наклеек. Какой брелок, ребят, посмотрите на эту малышку. Вот это я понимаю, парня жизнь удалась. О, М4 Ревел. Также, ребят, напоминаю, что прямо сегодня вот этот скин тоже выйдет на рынок, ребят, чтобы вы не забывали. Слушай, ну я скажу так, инвентарь очень даже достойный, но самое главное — это перчатки. Честно говоря, ребят, вот вы же меня простите, но давайте-ка мы прямо сейчас зайдем в лобби и посмотрим, как же эти перчатки выглядят в жизни, потому что у меня никогда не было перчаток. Я всегда о них мечтал, поэтому, ребята, прямо сейчас и прямо сегодня мы посмотрим, как же они выглядят в игре. Это просто пушечка, это просто что-то с чем-то. Давайте, давайте, пожалуйста, стендов, быстрее прогружайся. Мне, ребят, уже не терпится посмотреть, что же у него за перчатки, как не в игре. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Вау! Вау! Обалдеть! Вот тогда, ничего себе. У него даже есть USP-писец, на котором 1000 кило. Не, ребят, реально, это аккаунт, походу, какой-то киберспортсмена. Обалдеть. Не, перчатки, конечно, просто космос. Посмотрите. Перчатки просто балдеж. Я очень рад, что мне мой подписчик подарил именно эти перчатки. И именно этот аккаунт. ID, кстати, начинается на тройку, довольно-таки старый аккаунт.
Но это, ребята, далеко не все. Дальше FAMAS Autumn. Сколько же он будет стоить? Я думаю, примерно 20-30 голды, не дороже, потому что он не прям мега красивый. Смотрим, что же еще есть интересненько. АКР Карбон, Эмпа 7 Ревел. Скорее всего, 100 голды как минимум, потому что очень крутой скин, и мне он очень нравится. Давайте смотреть дальше. EMP-45 Spirit. Ну, я вам скажу только одно. Балдежный скин, и я буду ждать, чтобы они вышли на рынок, и, скорее всего, будет стоить данный EMP тоже голды 20-30. Дальше, что же мы еще видим? EMP Star-Trek Geometric. 200 голды как минимум. Минимум, как минимум 200 голды, потому что скин замечательный, прекрасный, еще и статрек, просто 5 с плюсом. Так, ребят, смотрим, что же еще есть интересненькое. P350 Autumn. Что я могу сказать касаемо данного скина? Учитывая вот этот брелок, скорее всего, он будет стоить 100 голды, а с брелком 300 голды. Поэтому, ребят, я себе в первую очередь хочу купить данный P350, потому что, как по мне, он реально очень красив и очень похож на какой-то Азимов из CSGO, то есть довольно-таки солидный скин. Дальше, ребят, мы видим кучу наклеек, я вижу даже наклейки на КР Тайгерах. Это, конечно, не касается сути видео, но посмотрите, наклейки на КР Тайгерах, братан, ты как их покупал? Братан, наклейки на UMP 45 пиксель V2. Не, ребят, мне просто плохо, посмотрите на вот это. Ну разве это нормально? Разве это норма? Так, я смотрю на наклеечки. Ничего себе! А что это такое плюс 1000 XP? А что это? А что это плюс 1000 XP? Это 1000 опыта? Я впервые такое вижу, ребята, понимаю, что вы на меня сейчас смотрите и думаете, КентПК, ты что там вообще с дуба рухнул? Но я реально впервые это вижу, что это за 1000 USP? Обалдеть просто. Короче, ребят, я буду ждать, чтобы эти все скины вышли на рынок и сразу же их перекину себе, потому что вы посмотрите, насколько же это крутые скины. Так, давайте зайду на рынок, проверю. Но рынок, к сожалению, до сих пор закрыт на учет. Все, ребята, верим, надеемся, любим, ждем. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал КентПК и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.